Арсений и Романович Алексей, город Санкт-Петербург. Встречайте. Спасибо за теплый прием. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Ребят, ну вы знаете, как мы к вам относимся. Это вообще, Игорь, я тебе хочу сказать, очень стильнючий дуэт такой. Очень ребята. Веселые ребята, и они всегда у нас поют, потому что это украшение комика, потому что мало кто у нас вообще на эстраде умеет хорошо петь, а тут еще и весело. Мы все, в принципе, о вас знаем. Хочется перед тем, как пожелать удачи, узнать, чего вы приготовили в этот раз. Ну, всякие в общем, музыкальные посмотрите, зарепушечки. А там уже... Да, там скажете, если вам будет весело. Мы не можем дать оценку своей. Самое главное, четко, внятно, понятно. Да, я забыл тебе сказать, что они всегда собраны. А это правда, что один из вас снимался в клипе группы «Ленинград»? Ну да. После Ленинграда, где он? Пришла слава там? Ну да, да. Или так, попользовали вас и все? Нет, ну попользовали-то попользовали. А что за клип, скажите? В Питере пить. В Питере пить. А я узнал вас. В Питере пить в офисе, да? Офисный работник. Да. Сейчас я понял, да. А как вы туда попали вообще, в этот клип? Ну, прошел кастинг. Есть агентство, которое уже несколько клипов снимает Ленинграду. А там просто материться умеешь, готов подходить. Ну, да. Нет, эту сцену тоже пробовали, которая первая. Да. Но не только ее. Ну и, в общем, было много народу на кастинге. Ну, как обычно на кастингах. В кино, в сериалы, в клипы. Но так получилось, что вот я всех сделал и вот снял. Красавец. Молодец. Спасибо. Поздравляем. Готовы, ребята, да? Да, была не была. Лёша и Арсений. Первая минута. 1000 гривен. Начали. Лучшие друзья. Ты мой самый лучший друг, свинья. Щекотушки. Ты мой самый верный друг, свинья. Защищайтесь. Самый лучший, самый верный, самый лучший, самый жирный, самый лучший друг свинья. Вот так. Я дико извиняюсь. Дико извиняюсь, что прерываю ваше пение. Да. Это просто немножко меня расхламило сейчас. Женя, ну ты же их знаешь уже. Знаю. И что, я такого не ожидал. Вот так просто можно заработать в программе «Рассмеши комика» 1000 гривен. Спасибо, Вася. Тогда двигаемся дальше, да? Что? Это песня так называется. 38-я. Готовы? Да. Следующая минута и 5000 гривен, возможно. «Странная дружба». Прихожу на работу, надеваю халат. В ночную смену трудиться я рад. Работа в морге меня клонит в сон. Сошел с ума, если бы не он. А друг-труп меня не перебьет. Друг-труп, как же мне везет. А друг-труп, долой негатив. Осторожно, Шнурус, что ты делаешь? Мы на привязи. Ура, ребята, ура! 5000 гривен у вас в кармане. Пятеру вытащили, вырвали. У вас уже есть деньги на обратную дорогу. Я хочу спросить, мы продолжаем или вы забираете их? Дальше. Сейчас. Подождите, дальше. Сейчас. Мы точно движемся дальше, да, я понял? Ну, Тотя, по-моему, одних всего можно ожидать, как и от Жени, как ты увидел. Все, готовы? Да, мы готовы. Поздравления молодоженов на свадьбу. Поехали, минута. Пошла. Тихо, Вася, давай, все, поздравляем. Вот молодожены все, давай, говори. Боля, Гена. Толя, Лена. Мы вас поздравляем со свадьбой, и эта песня для вас. Да, любим вас. Невеста в красивом белом платье. Вася, не позорь меня, господи. Вася! Невеста в красивом белом платье. Вася, вместе с тобой.
блин. Невеста в красивом белом платье. Вставай, давай, маленькая страна. Что такое? Маленькая страна, давай говори, пой, ну. Ах, как хочется вернуться. Я. Ах, как хочется ворваться. Ворваться. В городок. Да, я. Следующий, быстрее. Да, у меня ногу сняло, Ну что ж, не удалось вам рассмешить комиков на этой минуте, поэтому спасибо вам большое, друзья. Привет, вы сильно экспрессивны. Спасибо, удачи. Спасибо. Эти аплодисменты ваша честь. Ну, конечно, немного расстройства есть, потому что все-таки это супер игра. И мы супер облажались. Мы супер облажались, но мы супер еще вернемся и супер еще дадим. Вот.